Привет. Ждем всех, и я немножко поболтаю. Совсем чуть-чуть. Все, видимо, отдыхают, либо уже... Привет, Асель. Отдыхают, либо, не знаю, спят или где-то танцуют уже, празднуют пятницу. Привет, всем привет. Сейчас еще чуть подождем, чтобы мне сразу ответить на вопросы, если они вдруг будут. Меня слышно? Я надеюсь, со звуком проблем нет. Скажите мне, пожалуйста. Плохо слышно? Так лучше. Что-то уже сил нету кричать, если честно. Если буду говорить ближе, надеюсь, меня услышите. Что-то совсем никого нет. Ответили вроде на вопрос, что хотят меня слышать, задать вопросы. Ну, в принципе, на все вопросы популярные я ответила. И все ответы на популярные вопросы есть у меня в актуальном, для сохраненной истории. Вот. Ну, в принципе, что я хотела сказать. Что завтра наконец-то состоится открытый урок. Он будет проходить на проспекте Карла Маркса, 183. Это здание находится возле Паллады, студия танца «Суперфлэш». В принципе, его видно, там есть вывеска, но в крайнем случае можно будет завтра какую-нибудь историю записать, чтобы вы уж точно не потерялись. Ну, это если время будет. Привет. Вот, дальше, что хотела еще сказать. По времени в 2 часа будет тверк, в 3 часа будет стрип. Ну, на тверке мы, конечно, разомнемся уж точно хорошо, потому что... Ну, устанете, сразу говорю, и на стрипе будет уже полегче, там хоряга прям, ну, легкая, если честно. Вот. Поэтому как-то так. А с собой по одежде на стрип обязательно наколенники. В принципе, можно без них, но вы об этом быстро пожалеете. Вот. В принципе, по одежде как таковых нету критериев прям строгих. То есть на тверк преимущественно шорты, либо лосины, можно какие-нибудь. Ну, главное, чтобы у вас не стягивала кожа, чтобы тряслось, короче говоря. Вот. Кроссовки на тверк лучше не скользкие, потому что будет тяжко, если вы будете еще и скользить. Вот. Ну, на стрип, говорю, на коленники обязательно. И каблучки. Ну, каблучки, в принципе, не обязательно, если у вас их нет, или вы там очень сильно боитесь, что там, не знаю, там будет тяжело. На самом деле мы на них не будем танцевать уж прям до упаду. В основном это все в партере, то есть на полу. Не переживайте, можете смело брать свои любимые каблуки. Но лучше, чтобы был носок открытый, чтобы вы смогли натянуть носок. Вот, это по одежде. Адрес сказала. А, да, лучше еще прийти заранее, чтобы переодеться, подготовиться с собой. Возьмите водичку обязательно, кто у меня записан на открытый урок. Привет. Вот, водички лучше побольше. Ну и сил самое главное. На тверке, сразу скажу, будет мясо, будет быстро и... Возможно, сложно, кто с этим раньше не сталкивался, будет немножко сложно по темпу, возможно. Ну, не хочу вас запугивать, все будет хорошо. Как прошел мой день, он еще не закончился, хотя время уже 9:30, и уже очень хочется спать, если честно. Ну, еще есть дела, поэтому я с вами быстро на вопросы отвечу, которые основные. Спасибо, приятно. Так, что еще?
прийти заранее, да, быть красивыми, потому что завтра с нами будет фотограф и видеограф. С собой воду, форму, хорошее настроение. Так, это по открытому уроку. В принципе, я думаю, все. Если какие-то вопросы еще есть, можете мне их задать, но говорю, в основном все ответы уже есть у меня в актуальном. Кого я еще не пригласила, но записала на открытый урок, имейте в виду, что я вас всех жду. Кто у меня плюсики поставил под фотографией, где надо было записаться, я всех вроде как оповестила, напомнила о том, что завтра мы с вами встречаемся, поэтому жду. Так, дальше по набору. По набору, что хочу сказать, в принципе, уже места заняты. Завтра девчонки определятся уже основательно с выбором стиля, то есть куда конкретно они хотят записаться, на тверк, на стрип, либо на оба направления. Если все-таки появятся места, то я сообщу об этом, ну, у себя на странице в истории, либо там в ленте где-то. Но вы точно не пропустите информацию эту. Вот, скорее всего, я это уточню за выходные, то есть в субботу мы проведем открытый урок, в воскресенье девчонки подумают, и к понедельнику я уже попрошу, кстати говоря, определиться с выбором, чтобы мне уже точно знать, на какое количество человек мне рассчитывать. Выступления с учениками будут, но не сразу. Нам нужно подготовиться. Нужен хороший уровень. Кстати, про это спрашивают, кто хочет записаться в группу. Сразу спрашивают почему-то про выступления некоторые. Ну, как бы, если позволяет уже ваша подготовка выступать, то, пожалуйста, можно, в принципе, ну, дополнительную группу открывать и готовиться. В этом, как бы, проблем нет. Единственное, это, говорю, ваша подготовка, если она будет, если я увижу желание, то без проблем. Так, на чем остановилась? А, насчет группы. Да, так что вот, девчонки, кто у меня записан уже, кто у меня, то есть, есть в беседе, пожалуйста, определитесь за выходные с выбором группы, и я вас попрошу за выходные написать уже точно, какую группу вы выбираете. Если места останутся, я об этом напишу у себя на страничке. Вот. Ну, в принципе, все. Если какие-то вопросы есть, задавайте. Если нет, то я бегу дальше. Вот. Ну, это основное по танцам. Насчет выступлений, говорю, это будет попозже. Сейчас пока, честно говоря, и не до этого. Чтобы уж выступать, это нужно серьезно готовиться. Основательно. Сейчас пока у меня новички в основном все. Нет, есть продолжашки. Я, кстати, довольна их результатами, но нам надо готовить номера в таком случае. И тоже какой-то отбор проводить. Но об этом как-нибудь попозже я подумаю основательно. Вот. Ну все, ребят, раз вопросов нету, то тогда, наверное, я бегу. Если вдруг еще привет. Если вдруг еще что-то вы хотите спросить, напишите мне. Ну, перед этим лучше, конечно, почитайте мое актуальное, потому что очень много одинаковых однотипных вопросов задают. И чтобы не отвечать мне каждый раз одно и то же, прочитайте, пожалуйста, не поленитесь. По ценам на набор, который уже закрытый, в принципе, девчонки знают, но я повторюсь. Месяц занятий в среднем там выходит 8-10 занятий, ну, смотря какой месяц, когда мы начнем. Ну, обычно это 9 занятий в среднем выходит. 1400 рублей стоит месяц, взрослый абонемент. Ну, я только взрослых и тренирую, то есть детских нет. Единственное, может быть, студенческий билет. С собой, если вы предъявляете его, то скидка, и тогда месяц стоит 1250 рублей. Если вы ходите на два направления, на тверк и на стрип ко мне, тогда абонемент будет стоить 200. Но это очень выгодно на самом деле. И хорошая
Подготовка к лету для некоторых. Многие отмечают этот факт, что частые тренировки не позволяют расслабляться, скажем так. Весна скоро. Скоро. Я надеюсь, что скоро. Вот. Поэтому тренировки, если понедельник, среда и вторник, четверг, ну, пятница, суббота отдыхаете, воскресенье с новыми силами готовитесь, поэтому ваше тело всегда будет в тонусе. Ну и будете проводить свои вечера уж точно не скучно, весело и продуктивно. Если только стрип, тогда вот одно направление будет 1400 или 1250 по студенческому. Стрип понедельник, среда, время, вот про время не сказала, время 20:30. 20:30. Это уже, ну, вот набор, когда будут группы ходить в понедельник, вторник, среда, четверг. Привет. Да, все правильно, 1400, ну, либо студенческий с собой, там, колледж, университет, без разницы. Вот. Ну все, ребят, вроде на все вопросы ответила, так что я побежала. Если что, спрашивайте, пишите. Все, всем хорошего вечера. Эфир я сохраню, можете пересмотреть. Или что-то уточнить у меня, еще раз говорю. Завтра всех жду на открытом уроке, кто записался. Кто не записался, можете еще уточнить у меня информацию. Поэтому все. Всем пока. Хорошего вечера.